Всем привет! Сегодня пришла очередная посылка с Китая. Написано на посылке эта камера. Ну, сейчас посмотрим, что нам пришло на этот раз. Смотрим, упаковка нормальная, что такое будет. Так. Бонусов нет никаких. Так, ну, упаковка в принципе нормальная. Ага, это заказывал я на сайте Joom, заказывал очки с видеокамеры. Вот это они пришли. Ну, конечно, не, упаковка нормальная, но по ходу при доставке, во время доставки очень хорошо эта коробочка летала. Ладно, посмотрим, что тут в середине. Так, коробка. Чехол, инструкция. Угу, инструкция. Так, инструкция у нас на английском. Угу. Ну, в принципе, можно будет перевести ее. Так, ладно. Посмотрим, какие здесь очки. Ну, в принципе, чехол такой хороший, интересный. Такой жесткий карабинчик типа. Так. Ух ты. Прикольные серединки. Упаковка. Так, это USB кабель для зарядки очков. Это для протирки линзы. Ну, коробочка, футляр довольно-таки неплохая. Так, и вот те самые очки. Так. Ну, я вам скажу. Немножко ожидания были на что-то другое, не очень качественные, пластик не очень хороший, ну, в принципе, посмотрим, работают ли они. Так, вот кнопка включения, по идее, тут должна быть видеокамера с этой стороны. Линза поцарапана неоднократно. Ну, пластик так себе, можно сказать. Так, вот разъем под флешку. Ну, попробуем включить. Здесь, по идее, должен быть индикатор. Походу, они полностью разряжены. Ну, в принципе, посылку мы распаковали. Я немножко позже, когда заряжу эти очки, попробую поснимать, и тогда добавлю кусочек видео к этому обзору. И посмотрите качество съемки, как снимает эта камера. На этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Дальше будет интересней.